хочется, друзья, вас шокировать вопросом, что бы это было, на ваш взгляд. Вот это вот чудо в перьях. Это светильник. Вот такой светильник необычный. Тут в этом магазине они все необычные светильники. Слушайте, а тут вот Будду посадили, так народ туда деньги бросает. Знаете, тут столько денег в Америке у людей, что они не знают, куда бросить. Расцветают деревья на улицах города Санта-Крус. Это самый что ни на есть даунтаун. Тут магазинчики такие. Здесь народ бродит, попивает кофеек. Вот модный магазин Forever 21. То есть, сколько ни живи, а все 21. Да. А могли бы сказать 18, правда? Да. Я вот думаю, плодов, наверное, не будет на таком дереве, правда? Хотя красиво. Друзья, если вот у вас где-то есть магазин Gap, у вас тоже бывает 40% скидки? 40 – это еще немного. Так можно увидеть и 60, и 80 бывает. Тут только так, дай возможность, так скинут вообще. Невозможно уйти без покупки. Да. Видите, Санта-Крус Кафе Роустинг. Здесь вся улица в таких кофейнях. Бутиковых и таких сетевых тоже. Только сказал сетевых, вдруг смотрю слева, вот Starbucks. Смотрите, как интересно он организован. Вот тут на улице что-то такое, за решеткой, да? Вот за этой дверью. А там дальше уже так, более привычный формат. Хорошо, друзья, что такие кошмары только на витринах, а в жизни мы не можем нарваться на такое безобразие. Я хочу сказать, друзья, это не шапка из бывшего СССР. Это чисто американская шапка, подаренная мне кем-то из студентов. Вот она такая, видно, написано «Колорадо» тут. Такая красивая, большая шапка. Но я ее немножко так... Могу так одеть. Так не годится. Светлана говорит, что так можно. Вот так. Нет, вот так. Тоже не одобряю. Светочка, вот так. Ну, так еще лучше. Так лучше. Все, вот так буду ходить. Такой интересный мужчина пошел. Но я-то хотел вам показать вот этот велосипед. Это грамотная приковка велосипеда, чтобы колесо переднее не увели отдельно от велосипеда. Мы, друзья, подходим к кинотеатру. А вот здесь такая американская фишечка. Видите, написано «бокс-офис». Вот бокс-офис – это такой термин, как, когда говорят вот там в кинотеатрах или что-то, или там сборы денежные. Вот они используют слово бокс-офис. Видите, это здание когда-то было банком. Вот тут, если я так наведу немножко, вы, может быть, прочтете, там написано вот «Санта-Крус, County, National Bank». Ну, а сейчас там просто вот магазины, такое здание достаточно старое. Вот обратите внимание, друзья. Значит, 910 года здание. Тут был так называемый Народный банк. People's Bank. А сегодня здесь магазин, продающий носочки. Ну, и вот скажите, что больше, что ближе нашему сердцу? Деньги какие-то несчастные? Или вот такие хорошие носочки? Ну, ответ напрашивается сам собой. Вы можете, друзья, подумать, что есть такие старые здания здесь. Нет, нет.
Это просто номер, номер здания. Здание по-своему милое, конечно, но не такое старое. Даунтаун. Что тут скажешь-то? Это посудный, похоже, магазин. Да. Ой, ты смотри, что творится. Кастрюли, утварь кухонная. Из такого магазина трудно уйти женщине, друзья. Ну и мужчине трудно тоже, из-за женщины. А вот магазин, где такие вьетнамки продают, обувка такая. Вот, пожалуйста, прям целый магазин, все, что есть, все вьетнамки. Вечереет, лампочки зажглись. Красиво здесь, в даунтауне города Санта-Крус. Друзья, я думаю, что и вас тоже радостно, так сказать, вот, возбудит эта вывеска. Итальянские деликатесы 48-го года. Семейное предприятие. А? Да. Ну, идем дальше. Дождичек пошел. Дождик, конечно, редкость у нас, но не в данный момент времени. Какой-то сильный сразу пошел? Да, да, пошел какой-то такой ощутимый дождичек. Вот. Смотрите как. Вот люди кушают. А у них тут очень мило. Смотрите как. Вот скульптура. Какая-то невеселая. Закидали мужика цветами. А он на пиле играет. Смычком.